Добрый день, уважаемые подписчики, зрители моего канала. Хотела показать, как у меня сейчас цветут крестовники, которые уже посажены в кашпо уже год. Такие вот красные цветочки. Вот так вот замечательно цветет бело-желтый крестовники. Очень красивая структура листвы. Здесь вот она какая-то с иголочками. Пушистая. Цветочек открывается, когда в бутоне желтый, открывается белым. Здесь, допустим, в этом крестовнике более гладкий, мелкий листок. Цветочки красные, с белой серединочкой. Также еще есть у меня крестовники. Такие вот бусечки. Более вытянутые. Сейчас начал постепенно спускаться вниз. Уже, наверное, сантиметров 30 как спустилась. И, конечно же, крестовник Роули. Такой вот красавец. Долго с ним боролась, у меня не получалось. Сейчас вот он начал нарастать. А даже, сейчас вам покажу, пустил бутончики. Тоже скоро зацветет. Вот такая вот у меня небольшая коллекция крестовников. Смотрятся они очень интересно. Особенно, конечно же, крестовник Роули побеждает, несомненно, из всех четырех, которые крестовники у меня есть. Ну, а также могу сказать, что все остальные крестовники, которые есть в наличии, тоже, кстати, вот он пустил бутончик, скоро зацветет, тоже очень смотрится интересно. Только-только вот он начал у меня пускать, как таково, плети вниз. Ну, конечно же, которые цветут, крестовники выглядят очень хорошо. И по нашей засухе самое то. Так что вот такое вот цветение. Можно как почву покровники пустить, можно как ампельные. Самое главное не переливать. Многие выращивают как комнатные растения. Так что вот такие вот красавчики у меня. Всем огромное спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Будет у нас еще очень много интересного.